Очередная распаковочка заказика с сайта, с корейского сайта Джоус. Я тут уже подрезала скотч ножичком, чтобы было можно одной рукой открыть. Так, очередные носочки. Мелочи приятно. В подарочек, подарочек. Так, очередная мочалочка. Довольно-таки жесткая. Так, масочка в подарочек. Попробуем. Так, и как всегда, полоски для носа. Так, это у нас санблок от Natura Republic. Хм, интересно, попробуем. Так, это тоже... это матирующие салфеточки, которые мне не нужны. Я их кому-нибудь подарю. Так, пробнички. О, вот это вот мне очень нравится с эдебиноном. Это как для морщинок. Вот столько пробничков всяких. Так, ну и сам заказик. Упаковано все, как всегда, на совесть. Хоть посылочка была и примятая, но с заказиком все в порядке, по идее, должно быть. Это у нас сыворотка, которую я решила бросить в корзинку в последний момент, потому что она стоит $55, а тут я нашла за $20. И когда я уже ее бросила, я прочитала, что она от 40 до 50 лет предназначается. А мне надо уже 55+. Так. Тут у меня еще должен быть бальзам для снятия макияжа от бренда Ароматика. Шибет. Это у меня сейчас уже третий. Один у меня от Эспа. Клинсер. А там должны быть пэды. Пэды от бренда Тасавунг, и они пришли немножко подмокшие, то есть коробочка, баночка подтекает. Это уже вторая история. Первые у меня были такие же, только этого же бренда, только желтенькие витаминные пэды. И тоже баночка подтекала. Ну, на качестве это не сказалось никак. Так, и Orange Cleansing Шербет. Короче, бальзам, шербет для снятия макияжа. Так, сейчас я открою, посмотрю этот шербет. Обещают, что он очень хорошо, приятно пахнет. Так, ложечка, как всегда в корейских, в корейской косметике. Шпателек, вернее. Так, и вот такой желтенький, очень приятно. Сейчас я его понюхаю. Чем-то даже похоже на запах бальзама для снятия макияжа от Darphan.